Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Есть вопрос» и с вами Александр. Итак, сегодня я хочу вам показать большое количество аксессуаров для работы с песком. Все, что мы производим и какой опыт у нас по использованию, постараюсь рассказать в этом видео. Соответственно, дам несколько рекомендаций. Каждый, кто останется до конца, увидит наши секретные разработки по работе, да, по использованию стола с художественной точки зрения. Тут не только песок. Вот так, не все просто. Поэтому давайте в сюжет и погнали смотреть, не знаю, что получится. Очень интересно. Итак, друзья, давайте будем знакомиться, какие же инструменты мы разработали для работы с песком. И, собственно, для того, чтобы начать, зачем я буду вам просто так говорить, мы будем сразу на практике смотреть, что, собственно, получается. Самое важное, что, напомню, мы используем световой стол. В нашем арсенале есть венгианская песочница. Это песочница, просто ящик, который вы можете, да, самостоятельно сколотить. Так будет сильно дешевле покрасить голубым цветом изнутри и, собственно, проводить работу с детьми по этому поводу. Если вы юнгианскую, да, не просто ведь она так называется, теорию знаете, собственно, разберетесь, почему там голубые борта. Все, на этом мы заканчиваем и работаем со световым столом. Во-первых, вы видите, что у меня на столе теперь какой-то ровный слой и какой-то песок насыпан. Песок этот называется кварцевый, и именно он подходит для того, чтобы работать, да, с детьми, играя с песком. В отличие от речного песка, в котором большое количество глины, он не пачкает руки. Соответственно, мы можем даже здесь заниматься с небольшим количеством воды, потому что это световой планшет с юнгянкой, так можете ее вообще заливать, если она нами выпущена, она подразумевает, что вы с водой играете. Вот. После этого песок высушивается, прокалили его или лампу поставили, все у нас идеально и классно. Начинаем работать. Для того, чтобы получить равномерное количество песка на столе, за короткое количество времени нам поможет вот такой выравниватель, да, который мы специально разработали. И благодаря резинкам мы выдерживаем с вами нужную толщину песка. Просто даем его ребенку, объясняем задачу, и пусть он, собственно, сам и выравнивает. Хоп, хоп, пару раз провели, и у нас в серединке хорошее количество песка. Лишнее все выбросили. И туда же закидываем выравниватель. Также они бывают вот такого типа, обязательно с пермской геральдикой, с пермскими звериным стилем, не геральдика это. И, собственно, давайте начнем проверять, что же у нас есть. Самое простое, что приходит на ум, это, конечно же, различные скрипки, которые бывают из фанеры, и чаще всего вы их видите, и вы их покупаете. Это самый бюджетный вариант. Вот так вот он выглядит. Да, здесь задача такая, что мы просто выдавливаем, и у нас разные формы и размеров. Тут есть вещи, да, скрипки, которые могут просто, как ручкой, мы используем разные толщины. Вот. Есть те, которые помогут нам выровнять. Да, и мы можем давать задание детям аккуратно там что-то разровнять, не почистив полностью песок. Можем широкие линии делать. Вот. Есть грабли, которые позволяют нам делать вот такие форматы. Не забываем, что мы работаем с твердым материалом, они еще бывают из акрила, и поэтому звук вот такой. Сейчас я попытаюсь его воспроизвести, чтобы вы понимали, чего вам ждать. Ух, мурашки пробежали. От них никуда не деться. Но есть выход, смотрим дальше. И, допустим, вот такой скребок тоже. То есть, по сути, вся палитра ширины линий на одном, да, планшете, который вы приобретаете, она уже представлена. И, соответственно, вы купили один раз, и уже вам никакие больше выравниватели, лопатки, ручки не нужны, казалось бы. Но давайте смотреть дальше и подумаем, для чего мы можем использовать и как избавиться от того самого звука. Для того, чтобы работать было более комфортно, есть вот такие мягкие выравниватели. Вот так они выглядят. И, собственно, здесь у нас, да, фетр. И смотрите, как мы работаем. Мягко, четко, аккуратно. Даже сама работа, она доставляет совсем другое удовольствие, когда ты мягко убираешь. И вот я уже релаксирую, я уже кайфую. Просто вот так линия за линией что-то прибираю.
Это мягкие выравниватели. Минус у них, они, в отличие от фанеры, которые просто можно сломать, да, белое становится не белым, да, и за ними нужно периодически ухаживать, смотреть, чтобы они не рассыхались. Здесь такая технология. Все. Ну, опять же, ничего страшного, и инструментов вечных не бывает. Что еще у нас есть? Снова готовим поверхность. Обратите внимание, как быстро я это делаю. Что еще покажу? После того, как мы сделали вот эти выравниватели разных форм, размеров по детской ручке, обратите внимание вот на эту троицу, да, у них вверху, для того, чтобы детям было удобнее держаться, сделана ручка, но ручка и сама из себя представляет еще один выравниватель. Потому что делать нам их все равно нужно было, а зачем нам фанеру переводить, если мы можем сделать классно, круто. Вот так вот они выглядят. Да, то есть выдавили, и у вас вроде один выравниватель купили, а получили два. Лопатки это называется, прямая, S-образная и V-образная. Вот. Собственно, как работать с ними, вы, я думаю, знаете. С большим количеством песка, там, где зубцы побольше, да, и можно вот такими штуки получать. Но, поскольку мы работаем с детьми, я подумал так, что детям хотелось бы получать какие-то веселые выравниватели. Вот так они выглядят в реальной жизни. И, собственно, чтобы они были более функциональны, нежели классические. Вы скажете, да какого, зачем столько выравнивателей? Вот как оказывается, что разным педагогам нужны под разные требования. Тут один большой плюс есть, что один из этих выравнивателей может использоваться как такое сито, да, то есть мы можем детей попросить вот так аккуратно, не вот так резко, да, а что-то присыпать. Опять же, за счет того, что у нас есть отверстие. При этом вот такая веселая улитка, которая имеет разную форму, спинку и пузико, да, нам позволяет создавать разные узоры. А еще у нас есть вот такой ежик, это уже острые углы, тоже, смотрите, какой он забавный. И в учебном заведении, в детском, я считаю, что именно вот такого формата было бы здорово их иметь, потому что сам выравниватель мотивирует, чтобы с ним позаниматься. Его хочется держать в руках, с ним тоже что-то делать. Также по классике я сделал вот эти отверстия для того, чтобы мы могли что-то засыпать. Вот. Ну и, соответственно, опять же, к узорам мы и вернемся. Вот. Это что касаемо выравнивателей. Они выглядят вот таким образом. Заданий в интернете полно, так же как и игр, что мы даем детям, как мы даем детям. Сегодня мы здесь не останавливаемся, у нас быстренький обзор всего, что мы приготовили для работы с песком. Я не говорю про песочную терапию, потому что это очень глубокая тема, я не профессионал здесь. Далее, для того, чтобы вы проводили какие-то развивающие занятия, опять же, очень быстро, я рекомендую использовать выравниватель, подготовить поверхность и дальше давать задания детям. Допустим, используя воздушный карандаш, точнее песочный карандаш, он выглядит вот таким образом, вы предлагаете детям на готовой поверхности, да, создать горки. Готовим поверхность. Берем выравниватель вот такой, чертим линию. Все. И теперь говорим, допустим, что нам надо, чтобы у нас была маленькая кучка, большая кучка. Или давайте самое простое, это маленькие кучки. Вот ребенок берет песочный карандаш. Если он маленький, вы закрываете крышку, чтобы он в глаза никому не насыпал резким движением от удивления. Вот, если нет, то оставляете таким образом. Все, отпускаем. Маленькая кучка, маленькая кучка, маленькая. И смотрим, чтобы промежутки между вот этими кучками были одинаковые. Дальше. Даете ребенку возможность поэкспериментировать, чтобы он сделал вывод. Допустим, говорите, вот ты на небольшом расстоянии держишь карандаш, а потом подними его больше и создай какую-то кучку. Получится у тебя или нет? Он скажет, нет, не получается, почему у меня весь песок убегает. Да, то есть можно обсудить вот эту тему. Это опыт ребенка, который накопительный. Да, то есть мы экспериментируем с ним, и у нас получается некая история. Дальше, снова выровняли. Смотрите, я еще работаю на одном, да, допустим, поле. Дальше я говорю, давай сделаем змею. И вот мы начинаем, не выходя за границы. Ребенок начинает делать, да, это контроль движения у нас вот такой. Классно? Здорово. Давай сделаем голову теперь змея, вот. Светящуюся, нарисовали, глаза. Это мы с вами делаем. Допустим, с песочком мы поиграли, позанимались. Хотим давать то же самое, но более сложное задание. Для этого мы опять же придумали универсальные прописи. Сейчас покажу, как они выглядят.
выравниваем, готовим поверхность. А, это я зря сделал. Нам для прописи нужно очистить поверхность. Сейчас мы это сделаем. Используем вот такой гибкий выравниватель. Хоп, хоп, хоп. Да, и теперь мы берем. И сейчас я найду. Вот у нас есть с вами вот такие прописи. Вот так они выглядят. Вот так. Я ее положил. У меня есть стрелка, где, по которой я начинаю движение карандашом или еще чем-то. У меня есть подсветка для того, чтобы ребенок видел разницу. И, собственно, готовлю карандаш. Захлебнул. Сопло закрыл. И погнали. Здесь у нас уже, видите, есть... Ну, а более сложно. Если там у нас была произвольная форма, как нам рука позволяет, так мы и делаем, то здесь мы должны стараться заполнить все отверстия. В зависимости от ребенка вы делаете более сложные или менее сложные узоры. Да, то есть мы для примера вот вам приготовили вот такой. Опять же, почему мы его сделали, да, а не на бумаге распечатали? Ну, потому что универсальный и быстрый, и детям так интереснее. Точно так же второй вариант, когда мы с вами берем и полностью засыпаем. То есть это у нас был, да, контроль движения. А давайте сейчас устроим контроль дыхания. Засыпаем полностью нашу историю песком. Вы скажете, что ты делаешь, друг? Я скажу, а смотрите дальше. И обязательно не забывайте подписываться на канал. А то много вас таких вот тут смотрит. А мы работаем, и никто не подписывается и не знает, что у нас крутые вообще видео снимаются. Далее мы выравниваем. Да, вот так. Бум-бум-бум-бум-бум. Тоненько-тоненько-тоненько делаем все это дело. Вот. И, собственно, ребенок видит разницу. Далее просим ребенка взять соломинку. Одноразовую. Каждому ребенку свою соломинку. И у нас идет контроль дыхания. То есть мы берем и начинаем дуть. Или точками. Вы знаете, что контроль дыхания очень важен. Ну, вот таким образом я могу создавать различные узоры, опять же, уже с использованием трубочки. Трубочки сколько стоят у нас? 5 копеек, 10-15, да, когда мы берем пачку. Ерунду они стоят. Соответственно, мы можем много занятий проводить. Единственное, что мы учим детей сильно не дуть, да, потому что песок у нас полетит за борта. Вот такие штуки у нас будут получаться с вами. Но мы пошли дальше и предложили еще к вот таким прописям графическим вот такие истории, да, когда у нас уже именно заданы узоры, и мы по ним, собственно, тоже дуем, рисуем, что хотим, делаем. Но, в очередной раз, и это же не все. Снова готовим нашу поверхность. Уже классическим способом, вы уже знаете, что это занимает совсем короткий промежуток времени. Тудым. Давайте песок сюда к центру скинем. А то я тут уже сижу, как Али-Баба. Все штаны в песке. И, собственно, у нас с вами есть вот такие валики. Давайте посмотрим, что эти валики нам дают. Вот так они выглядят живые. Тут разноуровневые. Просто проводим. Посмотрите, какой крутой узор получается. Если вы думаете, что дети будут просто стоять такие, о, ну и чего, звездочка, они будут визжать у вас. Это может быть элементом, допустим, неба, если мы работаем с вами с дополнительными элементами, да, вот такими елочками, домиками, да, и вот мы звездное небо сделали, вот так положили. Или вот так положили. Вот, но я-то вам не про это. Помимо развлекательной функции у нас с вами есть... Когда мы поняли, что это детей мотивирует, мы сделали вещи, которые помогают педагогам. Опять выравниваем. Хоп, хоп, все быстренько. Толщина у меня нужная. И у меня есть вот такие трубочки, которые здесь создала лаборатория игровых технологий. И одно занятие с этими трубочками уже развивает. То есть нанесение самого узора. Потому что нам нужно равномерное давление
Вот обратите внимание, я это все делаю. И у нас получился вот такой бесконечный бесшовный рисунок. Он может быть разный. И снова берем нашу трубочку или берем, да, наш такой стилус и начинаем все эти точки соединять или трубочкой. Или чем еще? Карандашиком. Где у нас тут зарылся карандашик? То есть смотрите, насколько одно и то же занятие, да, может быть разнообразно, когда мы просто чередуем инструменты, с которыми мы работаем. Далее, давайте посмотрим, какие еще узоры у нас есть. Узоров большое количество, я вот сколько на витрине у нас осталось, только вам и покажу. Потому что делать их мы не успеваем. Конкуренты наши очень любят подглядывать. И потом копировать наши решения. Давайте пробуем по узорам пройтись. Геометрические фигуры, внимание. Опля! И вот такие геометрические фигуры получаются. Смотрите, почему я говорю, что само нанесение — это уже отдельное занятие. Допустим, вот я сделал вот так, опять выровнял, быстро все. И вот начал, как дети это обычно делают. Ну, вот так у них получается, да? То есть я, дяденька, уже опытный, лет мне много, поэтому я могу контролировать. Дети будут просто кайфовать от того, что вы просто им дали возможность создать что-то свое, да? Аккуратно, не торопясь, контролируя силу нажатия. Вот такие классные узоры. С узорами мы закончили и идем, друзья, дальше. Дальше я хочу вам рассказать. Сейчас руки только отряхну. Если бы это был у меня речной песок, я пошел бы их мыть. А здесь я просто похлопал, все, я готов к дальнейшим занятиям. Дальше я хочу вам рассказать про дополнительные аксессуары, которые мы используем. Допустим, мы работаем с детьми, просим там создать некую ситуацию, может быть, рассказать сказку. И детям часто нужны дополнительные какие-то компоненты, которые вы используете. То есть у нас есть вот такие сундучки в нашей практике. Они тематические. Вот такие, где у нас есть ракушечки, если мы работаем там. Ну, тематически нам нужно ракушки использовать разных форм, размеров. Вот. Вот такая история. То есть здесь большое количество у любого педагога вот этих сундучков должно быть отсортировано, чтобы вы в любой момент, опять же, могли ребенку дать по его запросу или по вашему разработанному заданию. Вот такие стеклышки. Это все стоит недорого, и большой плюс, что это все легко моется, да, и многоразовое, собственно. Потерять это очень сложно. Ракушки не жалко, если потеряются, они у нас везде валяется в большом количестве. А здесь, собственно, мы можем с вами, опять же, расширить свою педагогическую копилку занятиями за небольшое количество денег. И вот такие фанерные элементы для постройки могут быть. Можно использовать элементы Лего. Да, и ребенок будет рассказывать сказку, допустим, про трех поросят. Взять этих трех поросят и вокруг аксессуаров прямо построить целые дорожки, давая ему инструменты. Как вы думаете, да? Чем будет ребенок дуть? У ребенка будет, если он волк, будет дуть трубочкой, когда сдувать наши дома. Да? То есть играть можно разными способами. Другое дело, что было бы желание создавать эти задания. Большое количество заданий есть в интернете, и мы периодически проводим обучение, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, мы и на наши социальные сети мы об этом всем информируем вас. Далее, я уже не говорю про грабли, которые мы используем для разных наборов, вот такие грабельки. И дети, опять же, когда видят садовый инвентарь, такой минималистический, тоже визжат и говорят: давайте мы... Точнее говоря, давайте я уже сам. Хватит мне показывать. Быстрее отойдите в сторону, я хочу сам все попробовать. Итак, давайте
Собственно, с аксессуарами я закончу вам рассказывать, потому что еще показать вам хочу многое. И перейдем к следующему. Снова готовим нашу великую и красивую поверхность. Очень легко и быстро. Покажу, что у нас тут есть. Все, почистил. Есть у нас вот такие зеркала, называются зеркала эмоций. Выглядят они вот таким вот образом. Вот так вот они выглядят. И с этими зеркалами мы можем тоже заниматься, опять же, изучая эмоции. Для этого нам помогут, да, предварительно подготовленный набор эмоционариум. То есть у нас есть целая линейка наборов по эмоциям. Вы можете посмотреть видео, которое совсем недавно вышло. Ссылочку оставим вот здесь. Чтобы понимать, что эмоциональный интеллект очень важная вещь. И почему бы его не повторять везде. То есть занятия по эмоциям, я имею в виду, не закреплять на различных других занятиях. Поэтому вот у нас есть наши персонажи, у нас подписана эмоция. В методических рекомендациях по шарам эмоциям есть описание каждой эмоции, чем она отличается одна от другой. И, собственно, когда мы с детьми это все проходим, мы можем здесь закреплять. Создай нам эмоцию счастья, да, потому что ее проще всего создавать. Либо ручкой, да, вот так делая. Глазки широко раскрытые, глазки, улыбка, да, бровки. У нас веселые, прямые или вверх поднятые. Вот такая вот эмоция счастья, удивления, веселья. Все это разные эмоции. Мы можем здесь повторить. Или обратное, да, когда мы опять же все засыпали здесь. Вот таким образом сделали. И, собственно, используя трубочку, наоборот, начинаем выдувать. Получаю вот такие эмоции. Также вы можете предварительно нарисовать, используя фломастер обычный, эмоцию, и ребенок, собственно, будет эту эмоцию повторять карандашом или ручкой, или, как мы уже видели, с помощью трубочки. Вот такие дополнения есть. Помимо эмоций, мы подготовили копилку такую, которая называется у нас Следариум. Это пушка-бомба, один из самых крутых наборов. Посмотрите, как он выглядит, насколько он крутой. Этот набор был создан по мотивам сказки, точнее мультика «Маша и Медведь», где она изучала следы и, собственно, грузила бедного Мишку следами. Вот у нас медвежий след. И у нас левая и правая лапка есть. То есть у нас есть следы разных животных. А эту тему дальше вы можете развивать самостоятельно. То есть у детей могут появиться вопросы, почему у некоторых, да, животных, грубо говоря, есть когти, у других нет когтей. Почему одни там 4-палые, другие 5-палые. И в зависимости от вашей подготовки вы можете отличать. Почему, допустим, след обезьяны очень похож на след человека. Давайте я вам покажу. Сейчас у меня все тут разлетится. Вот два следа я вам покажу. Давайте. Вы же все сверху видите, и уже я уверен, что удивляетесь, насколько это круто. Насколько мы башковиты, что придумаем такие пособия. Вот у человека след. Раз, два, три. А вот у обезьянки след. Хоп, хоп, хоп. Да, и чем он отличается? Вот так на одну камеру, вот так на другую камеру. Чем отличается? Наличием пальчика. Да, то, что у нас пятый палец, у человека он находится, да, сверху, а у обезьянки он ближе к середине стопы смещен. Почему? Да потому что она ползает, потому что она цепляется ножками. То есть вы рассказываете, почему следы отличаются у животных, да, от, собственно, животного, от самого хищника или травоядного, и почему оно отличается по где, среде обитания, где оно живет. То есть разные истории будут дети вам задавать. К этому нужно быть готовым. Готовьтесь. Что я еще могу сказать? Итак, друзья, давайте сейчас покажу еще одну интересную вещь. В очередную интересную вещь, которую мы разработали. Бам-бам-бам-бам. Так, выровняли. Сейчас я хочу, допустим, создать... что-нибудь нарисуем здесь. Пусть у меня будет дерево.
Давайте, психологи, кто там есть, быстренько за дерево мне расскажите, что со мной не так. Пусть будет у нас дом, полная чаша. Сейчас меня, ну, у меня в военкомате, по-моему, я такие рисунки. Так, это у меня конура получилась. Квадратный вход. Тут у нас будет дым идти вверх, дым обязательно, да, и облачка. Куда без облачков? И чайка такая. Кар-кар. Нет, чайки не так говорят. Короче, нарисовал. Все, я подготовился. И дальше у меня большой такой очередь из детей. Я говорю, ребята, сейчас каждый из вас должен внести дополнение. Но я понимаю, что если я им так сказал, они мне сейчас эту картинку испортят. Поэтому у меня есть вот такая штуковина, такой контейнер. Я заранее чек убрал. Вот это все сюда так установил. Бам-бам-бам-бам-бам. И у меня получился герметичный рабочий стол. Что хочу, то творю. Хоть с водой, хоть с жижами. И дальше я говорю. Дети, дополните, пожалуйста, мою историю. Один такой подходит, говорит. И это было все в солнечный день. И компонент какой-нибудь. Или пальчиками и красками просто сверху дорисовывает. А вы дали детям пальчиковые краски в руки и разрешили рисовать на какой-то поверхности. И они такие, да вы лучший мой педагог. Кто мне дал еще? И такой руки вот так вытер и пошел. А вы готовитесь получать. Может быть такое? Может быть такое. Поэтому фартуки вам в помощь. То есть, когда у нас с вами есть шаблонное решение, которое мы понимаем, что мы не хотим портить, мы можем воспользоваться вот этим контейнером. У нас его скопировало несколько компаний, которые занимаются тоже песком, в том числе и его, но они сделали одну большую ошибку. Они сделали эти контейнеры, склеив оргстекло. Проблема в чем? Площадь 70 на 50. Если вы возьмете это оргстекло хоть один раз наполненное или водой, или песком, и его, вот вы взяли вот так за серединку, а потом решили перехватиться, его немножко поведет, так вот эти все приклеенные борта, они у вас отскочат, герметичность будет нарушена. Это литой пластик, который позволяет заниматься, да, и защищает вашу песочницу, а там, я напоминаю, что электричество подходит, если что, на минутку-то, и топить-то его совсем нельзя. От воздействия влаги. Соответственно, да, это очень удачное и хорошее решение. А что мы можем еще с ним делать? Помимо того, что мы создаем шаблонные решения, даем детям дополнительные компоненты или песок, и они начинают дополнять эту картинку уже в зависимости от своего видения. Классную вещь – работу с водой. Забываю все эти слова. Мы вообще эту всю историю создавали, когда начали, узнали искусство эбру, вы его тоже все прекрасно знаете, это когда мы на рисунке, точнее, создаем вот такие волшебные рисунки, они поистине волшебные. История эта пришла из Турции к нам, когда из водорослей делается специальный загуститель, потом его сложно делать, но в России стали делать аналог эбру, да, на основе химических компонентов. Химия не в плохом смысле слова, а в смысле, что ее заменили. И далее, собственно, вы скажете, что там происходит. Главная история в том, что это волшебство. Когда мы с вами на такой большой поверхности можем заниматься, опять же, с группой детей, они вместе каждый что-то дополнят, и у нас в целом появится некий рисунок. Те, кто не знает, эбру – это когда мы подготавливаем поверхность, если используем русские компоненты, то состав готовится 4 часа, вы там намешали, и он типа клейстер, потом разливается, и через 4 часа готов к работе. И дальше любую краску, которую мы наносим, она остается одной каплей. И далее, если мы специальным шпателем начинаем ее растягивать, у нас создаются различные узоры. Вот, например, вот эти эксперты, собственно, по эбру легко вам скажут, каким инструментом чего было создано. Потому что вот эти все узоры, они всегда индивидуально очень красивые. И за счет того, что вы смешиваете яркие краски, это просто бомба. Но важно-то дальше. Дальше мы берем листочек, положили в эту лужицу, и когда сняли все, что было там, вот так сделали, остается на вашем листке. А у вас чистая поверхность, готова к следующим детям. Это просто офигенно. Другое дело, что я бы выводил это на дополнительное занятие, потому что сами краски, сами компоненты эбру стоят недешево. Либо на праздники, когда вы хотите показать детям, либо вы частный детский сад, частная школа, либо вы очень хорошо финансируетесь, либо на дополнительных занятиях, потому что родители за это заплатят. Вы можете работать по оформлению не только с красками, точнее не только с листками, а с любыми
поверхностями. Хотите, платки себе сделайте индивидуальные, да? Хотите, сделайте себе вот эти же фанерные заготовки, окунайте перед Новым годом, там, елочки такие красивые, чтобы была только у тебя и у президента. Ну, грубо говоря, индивидуализация. Вы скажете, ну да, контейнер, вот же у тебя есть таз. Да, этот накопитель есть. Я вам говорю про то, что вы можете расширить функционал вашей песочницы. Если вы психолог, у вас эта песочница есть, или вы логопед, и хотите взять что-то дополнительное, у вас все равно уже это все приобретено, возьмите и позанимайтесь эвро, потому что подсветка снизу по-другому вам даст возможность работать. Другое дело, что если у вас нет возможности приобрести вот эту историю, вы просто на световой стол ставите вот такой контейнер. Смотрится дешевле, сразу вам скажу. И влага, которая будет выплескиваться, будет попадать на ваш стол. Хотите экспериментировать? Вперед из песни, я ведь только не против. Тогда хотя бы пищевой пленкой застелить. Вот такой вам лайфхак от Александра из лаборатории игровых технологий. Я вам хочу сейчас показать заключительные инструменты, которые мы придумали для того, чтобы расширить возможности этого светового стола или любого другого светового стола. Мы сейчас с вами все убираем, и песок нам больше не понадобится. Поэтому мы берем... Видите, я сам предпочитаю использовать мягкий шпатель. Ба-бам! Шпатель я его называю. Выравниватель, лопатка, как угодно называйте. Лишь бы вам это доставляло удовольствие. Так, почистил. Далее. Есть у меня вот такая история. Опять же, какие-то стеклышки. Это стекла с витрины, они такие мутные. Если защитную пленку снять, они будут идеально прозрачными. Я вам покажу, что это роботы. О, животные, вот так они выглядят, вот так они выглядят. Люди, мордахи людей, вот такие. И роботы, да, собственно, что мы с ними будем делать? Я вам на примере одного покажу, вы дальше сообразите. Вы даете просто детям возможность поразвлекаться и порисовать по трафаретам. Устанавливаем стекло, оно идеально входит в наши песочницы. Берем фломастер. Листок бумаги. И начинаем собирать своего, раз это люди, человечка. Максимально веселого. Я начну с головы. Пусть у меня будет вот такая с треугольной головой и ушками. Брык, брык. Выбираете свет подсветки стола такой, чтобы давал максимальную прозрачность, так же, как и пленку, так же, как и толщину бумаги. Далее шляпа мне нужна обязательно. Видите, если бы я сверху рисовать начал, то у меня красивее бы получилось или красивее. Потому что сейчас у меня череп заехал на шляпу. Ну да ладно, я же ребенок. У меня он будет пират нынче. А доколе я буду рисовать всяких заграничных супергероев. Вот у меня пират. Че, забыл? Забыл рот. Он у меня будет какой? Будет он у меня грустный пират. Ну, пират, что ему веселиться? Жизнь. Хоп. Хоп, вверх ногами рисовать просто не очень просто. И вот такие мордочки у нас получаются. Да, давайте еще закрепим результат быренько. Ну, на чем-нибудь другом. Так, давайте робота какого-нибудь соберем. Брык. Роботов у нас больше. Возможность. Достали. Роботы меня. Так, ну погнали. Выбираем головешку. А это ведь рисовать-то, обводить тоже непросто. Я же должен контролировать, чтобы у меня все ровненько, красивенько было. Тут у меня будет шея, я вот так решил. Далее на голове. У моего робота будет вот такая вот штука конция. Будут дети залипать? Да, конечно, будут. Им же любое внимание важно. Ушки обязательно. Чё я за робот без ушей? Вот из-за того, что подсветка у меня меняется, мне периодически плохо видно. Ну, как вы видите, я что-то тут вижу все-таки. Жух. Ой, запнулся. Так, глаза. Мои глаза.
Да, террот. Вау. И, собственно, то, насколько мы любим рисовать, насколько мы это аккуратно делаем, и, собственно, будет нам помогать, ну, создавать нам более классного или менее классного робота. А на самом-то деле, если у соседа получится лучше, согласитесь, это мотивирует меня научиться рисовать еще лучше. Так, далее я что хочу сделать? Я хочу сделать овал и на этом закончить, точнее ноги. Ноги у меня будут вот такие. Чпок, 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 чпок. Все. Соответственно, вторая нога. Здесь у меня будет вот такая штуковина. Я дальше дорисую сам с гусеницами. Да. И какие-то руки я тоже дорисую сам, потому что не хочу ее искать. Все. Вот такой робот веселый у меня появился. Вот такой человек и такие животные. То есть, смотрите, основную стоимость для работы с песком занимает, точнее, составляет вот эта песочница. Песочница, световой стол, интерактивная световая песочница, как хотите, так ее называйте. Важно что? Важно, что бесполезно педагогам давать просто столы, если нет каких-то инструментов, которые будут их мотивировать к занятиям различными играми. Если у педагога есть все, то, собственно, его ничего не сдерживает. Стоимость фанерных изделий, она копеечная по сравнению с общей стоимостью стола. Наши столы не дешевые, сразу скажу. На рынке куча всего, там от, я не знаю, 1500 вам предлагают. Есть один простой размер, 50 на 70. Это тот размер, который был высчитан специально. Да? То есть изначально же появилась юнгианская песочница. То есть это максимальная зримая область, которая помещается в... которую мы можем держать, короче, во внимании. Дальше это уже лишнее. Длинные песочницы по высоте 50 на 140 используются для терапевтических практик в некоторых центрах психологии, где расследуются, да, там, семейные проблемы какие-то. И там то, что это общее семейное поле, и показывается, как родители зачастую ущемляют права детей. Потому что у каждого вроде 50 на 70 мест, и каждому говорят о форме свое, но родители на их территорию залазят. И вот это важно. Когда гиперопека идет, вот на практике показывают. Для вам, для работы, 50 на 70 круто, удобно и универсально. Все, что меньше, это для групповых форм, вот, оно подходит, но оно не очень удобно. Места, как правило, не хватает. Все, что больше, это просто впустую. Больше это художественно. Это когда идет рисование песком, там уже настоящее стекло, потому что здесь иногда прилипает. И там другая история. То есть для работы в учебных заведениях, запомните, 50 на 70. Здесь вы сделаете все. Большинство инструментов рассчитано на 50 на 70. Вы видите, у меня идеально оно все сюда входит. Все контейнеры рассчитаны 50 на 70. И это такая золотая середина. Не ведитесь на все остальное. Это просто трата денег. И когда вы приобрели, потихонечку начинаете приобретать инструменты, смотреть методики. Да, если инструменты без методик, ничего страшного, вы сами все придумаете. Вы в любом случае по запросу, да, делаете. Вы хотите какую-то игру, увидели, вот там она клевая, мне надо что-то докупить. И все. Мы, когда успеваем, что-то пишем. Когда не успеваем, продаем так, но зато оно дешевле и выходит. Итак, друзья, сегодня я вам постарался показать все, что мы приготовили по песочным играм, по песочной анимации, да, и в какой-то степени по песочной терапии. Хотя я ей не занимаюсь, но вы-то можете заниматься, и компоненты у вас будут те же самые. Грубо говоря, самое важное, чтобы у вас был хороший песок и желание заниматься. Все. Там хоть с тазиком, да, и песком, и пошли совершать подвиги в педагогической деятельности. Напишите, пожалуйста, в комментарии, чего вам не хватило в этом видео, какие компоненты вы используете, про которые я не проговорил. Рад каждого видеть на канале, когда вы ставите лайки, вообще визжу и прыгаю. Оператор мне не даст соврать, что я за каждый лайк, я просто говорю, вот,
могут ведь не лениться, и не зря мы с тобой сегодня сидели здесь и снимали. Поэтому до новых встреч и увидимся на канале. Если кого-то интересует приобретение этих аксессуаров, обязательно заходите в описание, ссылочки там оставили. Пока-пока!